в Ушино-городском стадионе состоялось открытие футбольного сезона. С его началом игроков и болельщиков поздравил заместитель председателя Оршанского райисполкома Виктор Калачев. Действительно, миллионы любят футбол. Я думаю, оршанцы, все не исключение, вы соскучились. Сегодняшней домашней игрой открывается серия домашних игр чемпионата. Поэтому хочется всех вас, всех нас поздравить с начавшим чемпионатом Республики Беларусь. Игрокам, конечно, меньше травм. Нам хорошей игры. Любите футбол, играйте в футбол. После открытия прошел матч 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги. Встретились футбольный клуб «Порше» и футбольный клуб «ГОП ЖД Гомель». Сергей Бойко, Алексей Цибульский, телекомпания «СКИФ». Благодарим Александра Николаева за предоставленные видеоматериалы.